марта, 7:30. Температура 2 градуса на улице, наверное. Сейчас завел машину немножко прогреть. Открываем шторку. На улице солнце уже встало. Вон. Но холодно, выходить неохота. Я машину завел, чтобы прогреть немножко. Салон тут вот. Буду завтракать сейчас и немножко выйду, потом гимнастику сделаю. Пришел я опять в замок, поднялся на эту желтую башню. Сейчас покажу ее снизу. Потому что вчера уже закрывали, уже поздно было. Башня с часами, вот это вот. Тут находится сад, наверное. Тут сбоку выкопан, это как погреб, наверное, был. Арки там такие продлевающиеся. Здесь дальше опять эта башня. Это вот главное здание стояло, которое не сохранилось. И вот самое интересное, вот это вот купольное, четырехугольное, квадрат, можно сказать, плюс купол. И здесь такое эхо. Солнце, дай мне сегодня ты тепла. Немножко историю про это место. Вот сама крепость, примерно 12 века. И в магазине я спрашивал, что насчет воды, вчера купить здешней воды, которую здесь производят. В магазине девушка не знала, конечно. Вот грунт начинается вот с горы Фикалго, и вода по грунту идет до Моро, этого города. Она в глубину достигает до 500 метров, вода. И здесь почему-то она вот как раз вот в замке выходит на поверхность. Здесь спа находится, вот сейчас туда пойду. Это, говорят, вроде работает, не работает частично. Отель, который также построили где-то в начале 20 века. Фабрику построили 1906 года, который начал производить и эту воду в бутылках. И первые поставки были в Америку, а потом уже после в Европу. Я так думаю, спонсор, который был, построил фабрику, вот замок, вот башня видно. Вот, и за башней на территории замка стояла фабрика, вот она. Ее убрали, потому что, как говорится, может быть, уже старое было и расширение было, нужно было переходить. Вот как это все поначалу выглядело. Бутылки выглядят как шампанское. Вот фабрика уже потом переехала, расширилась. Это 50-е годы, 70-е годы, 50-е годы. Вот как выглядела вся эта упаковка, реклама. Вот реклама по телевизору в 60-х, 80-х рекламировали Костелло, потому что она в замке добывалась. Буквально за этой стеной стояла фабрика. И вот тут вот, где вот этот вот кувшинчик стоит с растением, тут внизу, вниз идет дыра. Я спросил, это люди сделали какое-то там углубление? Они говорят, нет, это все натуральное, искусственное, расщелина, трещина, как говорится, в горе, где выходит вода на поверхность. И она снабжает здесь весь город водой. Также в спа попадает эта вода. Она слегка теплая такая, где-то градусов 20, может быть. Вон там находится спереди дамба, вот эта полоса, если видите, белая. Туда поеду в следующую точку, как только закончу здесь. Сейчас нахожусь в саду, буквально под замком. Здесь городская стена. Тут вот стена замка. Сделали такой сад, беседка, где радио разговаривает. Красивый сад. Здесь хорошо приводить время, особенно летом, когда жарко. Красиво сделано. Старинка, немножко такой стильно. И здесь выход к спа. Здесь, наверное, фонтанчик шел. Вверху написано 1900 года. А это здание уже относится к спа. Наверное, из спа выходили сюда. Сзади этих строек находится сам замок. А здесь идет реновация. Там вот фонтанчик, где родничок идет там. Вот церковь. И находится рядом термальное спа. Там, где принимают душ и все такое, вот, может быть, лечебница, как говорят. Но сейчас вроде там реновация, вроде не работает. Так, входной портал разукрашенный. Красиво. Входим в церковь. Двери огромные. 3 метра точно. Вот такая вот старенька. Пахнет краской. Реновируют везде. Зимой готовится всегда к лету, чтобы туристы приехали. Плиткой. Стена красивая. Мне вчера один мужик здесь сказал, они клеили плитку вручную, потом красили все.
И вот эти вот узоры. Я говорю, это разве не фабрика? Он говорит, нет, все вручную. Как? Как? Я что-то сомневаюсь. Ну, конечно, очень давно, конечно, вручную. Но сколько работы? Это ужас. И вот крыша немножко из другой. Грунтовая минеральная вода. Набрал я себе здесь 5 литров. Уеду за город и где-то в дикой природе искупаюсь, помоюсь. Вот круг, где оливковые деревья, разные сорта, разные года здесь. И музей как раз находится через дорогу, но там нельзя снимать, фотографировать. Она мне быстро рассказала историю на английском, как делают оливку. Короче, два осла ходят по кругу, выдавливают это, потом это берут все вместе, ложат такие вот корзины, как это, из плетенные такие корзины, одну на другую ставят. Сверху закрывает такой вот, как огромной доской такой, ну не доской, а вот круглая такая платформа. И два мужика крутят спираль такую, которая опускает вниз огромную толстое дерево, и она давит на эту массу оливковую. Выходит масло, и масло попадает сначала в канистру. И так как не все масло вышло, рядом разжигают костер, там такая вот канистра с горячей водой. Эту горячую воду опять добавляют наверх, где выдавливали масло, и под температурой еще больше воды выдавливается. Это все текет, масло с водой текет в канистру. И так как масло находится все время наверху, она потихоньку поднимается и переливается в другую соседнюю канистру, и там находится только оливковое масло. И оттуда уже берут. Кинул я этот маленький городок. Вокруг одни оливковые плантации. И у них, как мне сказали, находится 26 фабрик, маленькие и большие, которые производят оливковое масло. Приехал на это озеро искусственное, потому что спереди дамба, которая прикрыла это все. Видать, хорошее ущелье выбрали, закрыло. Тут вот порт небольшой, ну, как сказать, порт. Где кемперы паркуются здесь, а вот это парк небольшой, тут причал для лодок, на той стороне стоят лодки, яхты всякие. Как мне сказали, это самый большой водоем в Европе. Затопило там где-то вверху, затопило даже одну деревню, одну крепость затопило тоже. Ну, красивые островки выглядывают кое-где местами. Не совсем всю дамбу видно. Вон там сбоку электричество. Производится, видно, вода выходит из-под низу. И река уходит туда, вниз, на юг, к морю. Там плавают эти монстры. Я крошки хлеба кинул, сухари вот эти вот. И они все равно не реагируют даже, сыты, наверное. Шлюз открывается, и вода летит вниз, туда. Там она ловится в этой бетоновой яме, и потом выкидывается, как фонтаном, вверх. Вон, видно. Подкидывают ее вверх, чтобы она грунт не размывала. Я только что вон оттуда был, на там здание. Затопленная территория. Вон какая-то хижина стоит. И везде вот эти вот ущелья, они затоплены. Но к воде нигде не подъедешь, потому что чья-то территория везде. То оливковая территория, то животные там пасутся. Дамбу построили в начале 2000-х. И человек, который здесь живет, рассказывал мне из музея, что температура в этой местности упала на 5 градусов. Вместо того, скажем, как 15, стало 10 градусов. Из-за влажности. По правилам мне надо прямо ехать, но я поворачиваю, потому что здесь написано вот этот музей Луз, и это деревня Луз, которая ее затопила. Вчера я закупился в магазине вот фисташки за 3 евро. Дороговато, но мне не нравится, поэтому я купил. В отпуске, считаю, себе нельзя отказывать. Потом вот такая вот готовая еда, ее только подогреть надо. Стоила она 2,30. Вода, я поспрашивал, какая хорошая самая вода, и мне посоветовали эту, она, конечно, подороже, 2 евро стоит, хотя в другом магазине я позже зашел, она стоила уже где-то на 40 центов дешевле. И в другом магазине я еще прикупил вот такую вот сладость за 2,10, такие два куска,
И ягода вот со скидкой вместо 6 евро 4,20. Как музей закрыт еще до обеда, до часа, то у меня еще есть немножко время пообедать. Вот я накидал оливок сюда, приправы, оливковое масло, чеснок. Тут вот как получается нудли, соус какой-то такой мал, подвиды сливочный и кусочки колбасы, мясо немножко. Все, всем приятного аппетита, до скорого. История про деревню. Они заранее уже знали, что будет деревню затапливать, и уже начали деревню разрушать. По моему мнению, лучше бы оставили ее стоять, и части можно было бы видно. Старая деревня как выглядела полностью. Модель такую поставили здесь. Вот как она была. Получается, сейчас деревню, которую заново построили, она самая молодая в Португалии. Как говорится, восстановили. Но кто-то сюда приходит и вспоминает свой старый дом, потому что там по телевизору показывали, что люди плакали, прощались со своими домами. Мельница или что это? Вот нарисовано, что-то мужики делают. А, это строят так стены. Вот всякие инструменты, которые люди давали. Не нужно. Сыр делали вот так вот. Собиралась, сушилась и скапывала вниз по тряпке. И так вот тоже стекала под наклоном, доску делали. Да, ремесло умирает потихоньку. Сейчас это все фабрики делают. Вот такого размера оригинальная лодка. Как использовались. Ну, впервые такую форму вижу лодки. Вон там деревня нарисована старая. А здесь место, где вот в синем это заполнена затопленная территория. Вот мы находимся сейчас здесь, музей. А здесь шла старая дорога прямо. И вот здесь деревня затоплена. Река текет. Гуадиана. Вот эта вот река их не текет. И вверху стоял замок. Вот это вот. Луза. Замок Луза. Тоже затоплен. Но говорят, когда вода спускается, то части немножко видно. Если бы деревню не разрушили, бы деревня тоже выглядывала бы. Вот деревня Новый Луз называется, которая была полностью восстановлена. Я по ней приехал. Вот церковь, которую восстановили почти на 100%. Поставили ее сюда. Мой навигатор привез меня сюда, как это, музей. Я приезжаю, а здесь вот такие вот камни. Думаю, что за камни? Что за фундамент? Что тут, может, какой-то памятник здесь стоял? Поднимаюсь, так иду по стене. Там и сбоку вижу дорожку. Вот музей сам. Дорожка идет вниз и вход. Вход на взрослых 2 евро. Они так это, ну, специально сделали такое, чтобы музей был как будто спрятан в грунте немножко, чтобы не был заметный. Вот идем к домику, который единственный находился подальше от деревни. Фермер, как говорится. Это самый близкий дом, домик возле воды, который выжил. И вон где кемперы стоят, туда уходит дорога под воду. Потом вот этот, через островок вот это вот там, и там она под водой деревня. Домик, где я стою, у фермера, вот тут вот. Вот дорога уходит под воду. Вот крепость, которая вот, Луза Касл, которая стоит под водой, вот такая вот. И вот этот вот Кастел де Луза, вот это вот тоже какой-то вот предмет, который стоит 20 метров под водой. Здесь можно пикник устроить. Я так думаю, это фермерское здание, оно уже давно существует как музей, наверное. Стены, вот эта вот опорная стена какая толстая, больше метра. Добротно сделан домик. Поэтому он до сих пор стоит еще. Сбоку опора. Тут какая-то пристройка каменная. Непонятно для чего там. Я так думаю, там вода. Круглая цистерна. Там вода. А здесь что-то не знаю. Что-то хранили, может быть. И вот тут вот он длинный. Деревце, конечно, молодое стоит. Ей буквально, может быть, лет 10. И вот за... Продали, остался как музей здесь. Здесь шла дорога в деревню Луз. Ну и может быть дальше. А теперь, как говорится, только
ведет до, как говорится, до парковочки, где кемперы стоят, и все. Дорога в никуда. Ладно, я поехал в никуда. Поймаю машину. Это пикалка, то, что я не пристегнулся. Все, что, мне заезжать дальше или нет? Ставьте лайки, чтобы я заехал. Если не хотите, чтобы я заезжал, тогда дизлайки. Красивый конец пути. Так примерно заканчивается мое путешествие. Но оно заканчивается завтра, а не сегодня. Телефон звук не записал. Проезжаю новую деревню, буквально которой, может быть, 15 лет. И выглядит она просто по-современному. Никакого вкуса, никакой истории. Даже людей не видно на улице. Следующий город. И вон там спереди видно городская крепость. Вот она сама крепость. Стена у ней. И тут у нее еще находится, как это форт в форме звезды. Как говорится, здесь я стоишь не видно, но если посмотреть Google Maps сверху, то видно, что прям форма звезды. Там опять уходит. И вот я надеюсь сейчас подняться на башню. Мне надо торопиться, потому что уже 4 часа. Почтуемся мы в городе Мурао. Король Афонсо IV в 1343 году построил ее как военную базу. Здесь вот пушки на входе стоят. На входе я сразу поднялся на башню, чтобы лучше видно было затопленные места. Вон на той стороне крепость на горе. Я туда тоже хочу, вон там. Ну, не знаю, успею сегодня или нет, потому что закроется вот-вот. Внутренний двор крепости, он почти пустой. Никаких зданий, ничего нету. Там проход внизу видно. И по бокам лестницы идут вверх. Также две башни. На углу там тоже башни. Тут стоит церковь. За угол имеет формацию форта. Вот это вот одна стрела. А здесь вторая стрела. Идем дальше. Там выходит третья стрела. Тут сохранилось одно большое здание, стены. Не знаю, что это было. Вот стена вокруг. Стена толщиной 3 метра примерно. Здесь вот накрыли две башни. Также здесь проход. Вот зубцы, вон зубцы. И вот отсюда хорошо видно территорию, которая затоплена. На той стороне крепость видно. И вот все, что здесь затопило. Дорога проходит, вон, выходит из воды. Вон, все затоплено. Не надо торопиться, потому что у меня телефон полный уже. Сейчас буду записывать на старый телефон. Раз стена, второй раз стена. Еще третья вот эта вот звездная форма вот эта вот вокруг. Обороняться вообще-то форту надо возле речки, я их сколько помню. Река проходила где-то там. Сейчас, конечно, идеально. Сейчас здесь все затоплено. И выглядит, как будто реально он стоит на берегу. Но раньше речка проходила где-то, не знаю, где-то там. Здесь вот руины. Я так думаю, здесь стояло, может быть, главное здание. Многоэтажное. И вот тут вот можно подняться в эту главную башню. Заходим. Здесь большая комната, сквозняк. И наверх. Комната. В центре такая вот яма. Нельзя наступать, а то можно провалиться. Вот такое вот обзорное окно. Выходишь, смотришь на территорию. На следующий замок, который там на горе находится. Что
Крепость стоит частично на скале. Вот вход в церковь. Здесь так темно. Окна маленькие. И буквально сзади меня светит сильно. Потому что окон здесь почти нету. Потому что это не была церковь. Это было здание, которое, как говорится, немножко переделали. Вот наружная стена. Это оборонная, вторая. Здесь она заканчивалась. Был выход на форт сам из крепости. И она уже довольно тоже высокая. Тут стену надо преодолеть 10 метров. А здесь примерно 10 метров преодолеть надо. Вот она в форме звезды идет. И еще там подъем высокий в 10 метров преодолеть надо. Первая оборонная стена. Вторая стена. Она здесь внутри. Вот я сейчас стою на второй. Она 10 метров тоже. Потом углубление вот делали они везде, оно видно. В скале выдалбливали это углубление. Можно было даже и водой, наверное, заливать, не знаю. Все, еду сейчас на следующую крепость. Сейчас буквально 5 часов. Если посмотреть на карте, я сейчас на острове. И вокруг это вот вода, которая, как говорится, затопила все. Вот. С этой стороны. Моя вода довольно хорошо нагрелась в машине. Я положил на стекло. И она хорошо прогрелась. Я вот сейчас думаю, ветер холодный, северный, блин, аж неохота купаться. Но если я найду где-нибудь такое ущелье, где ветра нету, то можно, как говорится, искупаться. Порт или что-то такое. Ну, пляж купаются где. Я тут вот за стеной остановился. Ветерок дует иногда, тёплый, холодненький, ну ничего. Место преступления вот это вот. Я только что искупался. Вода была теплая, офигенная, хорошая. Прогрелась на солнце хорошо. Все, я чистенький. Сейчас назад в машину. Одеваюсь и в замок. Вот приехал, уже солнце садится. Вон машинка стоит внизу. Залив. И где-то там крепость далеко, я ее плохо вижу уже. Солнце село. Кладбище там. Стена и ворота пока открыты. А, тут жилые дома. Поэтому останется открыто все. Вот я бегом-бегом. Напрямую к башне этой большой. Вот получается здесь башня, крепость. Хотя снаружи она выглядит тоже как форт. Так, одна башня. И вот сейчас посмотрим, поднимемся мы здесь на стену. Прошел я возле башни во внутренний двор этой крепости, где сам сударь имел свое помещение, наверное. Не знаю. Ну, сейчас пройдусь еще по этой крепости. Если ничего особенного не останется, то я еду дальше. Она как будто здесь театр, что-то такое вот. Но я не думаю, что это время так раньше было. Это сейчас современно сделали. Устраивают здесь шоу. На закат я успел, но она спряталась там за тучи. Пройдусь пока по всем башням. Посмотрю, как в округе выглядит. Тут вон видно эту всю формацию форта, вот эти вот углы всякие, один угол, внизу еще один угол, столько уровней здесь, вот скажем, здесь один уровень, отдельная территория, здесь уже ограждение самого городка этого небольшого, внизу стена раз, фортификация одна, вторая, форма как будто корабельный нос, да, вот, и потом уже спуск идет с горы. Подъем вроде кажется невысокий, но я на машине сейчас ехал вон оттуда, откуда я поднимался, высоко шло. У этого форта, я так думаю, как у всех крепостей, тоже 4 входа, выхода здесь один, второй там, где я зашел, значит еще третий, четвертый тоже. Сейчас пройдемся. Вот здесь видно, давно уже не видел в крепости вот такие вот углубления для отстрела. Последний раз в Германии видел такое. Здесь впервые сейчас вижу такое. Вот позади крепость. Тут улицы есть вниз. Но я останусь поверху, по центру прям пойду. Там я зашел с парковки. Здесь стоит вот такое вот здание. Небольшая площадь здесь. Церковь стоит.
довольно большая для такой маленькой горной деревушки. Вот выложено из камня. Опять дорожка вниз. Как холодно. Руки уже замерзли буквально через 5 минут после ходьбы здесь. Хранилище воды. Большая комната здесь. Отсюда так тепло дует, мне кажется. Вода нагревается здесь. Или родник теплый. Стена вот с такими каменными пристройками. Там вон, эта церковь ремонтируется. Вот этот выход. Получается, на этой стороне два выхода даже. Так, о, какая здесь фортификация. Одна, подъем. Здесь второй подъем. Там внизу еще какой-то круглый домик там стоит. Форт заканчивается там, вон за домиками. Там вон еще постройка. Почти в конце здесь туристический офис. Вон там. В 9:30 открывается. А когда закрылся, не посмотрел. Вон здесь вот улица заканчивается, главное. Нижняя улица. И везде картины висят, рассказывают. А вот уже выход из крепости. Прошел это все крепость, это всю деревню. Выглядит это как огромный корабль. Танкер какой-то. И вот сейчас стена толщиной, может быть, 2 метра. По краям вон башни круглые. Уходит вдаль.